Ну что же, друзья, логика развития туристического посещения Санта-Крус неизбежно приводит нас в такое место, где Демьян может съесть вкусное пирожное. Мы здесь бывали с вами. Вообще здесь со всех сторон дегустация вин происходит, вон там дальше. Но это французская такая бейкери. Вот, можно на улице сидеть. Здесь даже не так, здесь даже и не ветрено внутри. Да, а вот, ой, вот, а вот там пирожные. Вот, пошли смотреть. Ну что, друзья, мы тут с вами не первый раз. Вот для тех, кто первый, вот показываем ассортимент. Ну, солнышко такое сухое, может, тебе не хватает? Салатики. Тут можно покушать. Покушать можно неплохо. Я думаю, тебе знаешь, что понравится? Маффин шоколадный, который ты любишь. Вон тот маффин, который шоколадный, с той стороны. Тут еще вкусные хлебушки. Бейкери? Есть бейкери. Тут и путь. Так. Ну, а кто из них маффин? Маффин. Окей. Тут и торты. Но мы явно не будем такое. Вот такие новогодние хлебушки. А вот там хорошо, смотри, вот там хорошо. Ой, да. Merry Christmas. Ну что же, мы тут много чего могли бы раньше-то. Сейчас уже, конечно, не то. Но есть что выбрать-то, есть. Мы видим с вами, друзья, что новое поколение выбирает маффин. Покажи маффин. Демьян, где твой маффин? Покажи. Демушка, покажи свой кексик. Вот, красивый кексик. Но он больше любит крем, мне кажется. Он больше крем уважает. А он подумал, что это мороженое. Понятно. Но я чувствую, что крем тоже ему нравится. Да. Как любой ребенок, кремовые цветочки с торта. Ну, а дальше молодое, так сказать, молодой познавательный ум, значит, потребовал посмотреть на скелет кита. Я даже не знаю, знает ли он, что такое скелет, но, в общем, вот. А тут работник музея экскурсию проводит. Это музей при университете Санта-Крус. Показывает, чем питается кит планктоном. У него тут склад целый, смотри, так. Говорит, вот когда рот открывается, кит, то зубов у него нет, а вот есть вот это. Это, правда, от другого кита, не от этого. Только от серого кита какого-то. Так, идем дальше, там еще есть. Вот где ветра нет сегодня, друзья, это на берегу океана. Вот вы видите берег океана, вот, собственно, вот тут все. А ветра вообще нет, поэтому тихо, в микрофон вам ничего не шумит. Тут креветочки вот, в океане. Узнает какие-то данные человек. Вот этих вот. Так, где океан находится? Вот здесь океан, вот здесь. Вот киты, их тут, друзья, сколько хошь китов. Чем удобен скелет? Один скелет и сколько хочешь вокруг него ходи. Не уплывет никуда. Да.
пахнет дикими какими-то вот этими растениями. Они прямо вот... Мама! Сейчас подул все-таки ветерок, подул. Что такое, Денис? Красиво, правда? Да, да, класс. Какая-то такая вот... Ого! А что там откуда надо? Ну, волны какие-то. Да. Судя по количеству селедки белорусской, которая продается в США, у вас там тоже должно такое быть? Да, да. У нас еще растут бананы, апельсины, которые мы поставляем в Россию. Понял. Понял. Ага, вот тут какой-то каменюка торчит. И да, и так вода, когда идет, так как-то через него переливается. Смотри, как это прикольно. Да. Давай, я тут живу. Смотри. Откуда такое имя у мальчика необычное? У вас Демьян? В родне Демьяны были? Нет, не было. Ира выбрала супруга моя, а я согласился. Был такой пролетарский поэт Демьян Бедный. Да, эти басни писал. Ну, что-то там. Да. Не могу сказать, что читал что-то. Не помню. Он у нас в тот год в Минском районе единственный Демьян. Ну, тогда вы должны воспитать Демьяна Богатого. Да. Дема, ты стихи будешь писать, но будешь богатым, да? Друзья, вот американский парничок, типа теплица. Что здесь растет, я не знаю. Ребят, кто-то скажет, что это? Что за растение? Это какая-то брюква какая-то. Брюква, это как по-русски-то? Брюква. Корнеплод. Брюква, надо ж. Из раздела браков. Как скажут. Брюква. Так. Мы вообще-то шли клубнички пособирать. Молодой человек думал собрать клубнички. Пошли за клубникой. Смотрите, обычно они белые, а тут какие красивые. Котик, котик. Я тебе говорю, да, куда вы едете? Вы видите, друзья, американских курочек, которые... Что они прячутся от солнца, даже я не понял, в тени тут. Вот у них тут набросано всяких овощей, чтобы они могли закусить. А это, друзья, американская киса. Она к нам пристроилась и сопровождает по ферме. Пошли, киса, пошли. Косогит. Так. Это, друзья, вы видите грядки с клубникой урожая следующего года. Вот здесь она под пленкой, а тут почему-то без. Это очень... Мне кажется, они должны ее сажать прямо в пленку. Как же оно это? Много клубники-то, смотрите. Да, в грязь не вступим. После дождей. Это прошлого года. То есть следующего года. А нам нужна прошлого, чтобы ее подъесть. Так, на ходу немножко. Так. А здесь... Вы знаете что? Здесь просто травой заросло то, что было. А я не знаю, что тут было-то. То есть, какое культурное растение здесь росло? А это что это такое? Были дожди, но это не клубника явно. А возьмите листочек назад, попробуйте потереть листочек. Так, ну-ка. Да нет, просто как-то такой запах травяной, да, просто. Да. Да, я думал, мята издалека, мне казалось, мята. И здесь тоже, видите, друзья, декабрь, скоро Рождество, Новый год. Запустили, можно сказать, запустили. Я вспоминаю анекдот советский, когда учительница в школе говорит: «Дети, знаете ли вы, что у нас в нашей стране запустили спутник?» И мальчик говорит: а мой папа говорит, что у нас в стране экономику запустили. И ученица говорит: а ты папе передай, что в стране в нашей сажают не только картошку. Вот, и такой был добрый. Известное выражение нашего президента белорусского: мы запустим заводы. Так. Ну вот. Заводы уже запустили. Да. Пропала. Пропала клубничка. Есть клубника, говорят, пошли. Света, без пессимизма. Вот, друзья, есть какая-то клубника. И мы сейчас оптимистично. Боже, она пожухла. Зеленая, да, но видишь, зеленая, полно зеленая. Слишком она. Нет, и красная тоже есть. Мокрая, есть красная тоже. Мокрая. Мы сейчас посмотрим. Не, ну, ребята,
Да, есть? Да, да, она вот от влаги, видишь ее чуть-чуть. Она не дозрела. Нет, но есть и неплохая тоже. Вот я вижу вот. Сейчас тут. Ее, Демуш, какой-то клубничный жук покрыт. Ну, вот цветочки есть. В магазине сейчас клубника. Так. Ну, в общем, друзья, вы сами видите, что клубника есть. Много? Нет. А какая-то есть. Сейчас найдем. Главное, ребенка подкормить тут намного не надо. Единственное, что во время дождей клубника немножко такая, знаете, водянистого вкуса. Ну, сейчас попробуем. Вот, друзья, я нашел клубничку. Посмотрим. Так вот, сейчас буду вам рассказывать, как она. Сегодня какое декабря-то? Сегодня 17-е, да? 17-е, 18-е. Угу. На солнышке нагрелась, теплая. Это, пожалуй, наверное, Демушка, единственное достоинство. Хорошая? Мы нашли красненькую, та зелененькая, ты не рви. Хорошенькая. Друзья, рекомендую. Приходите в Тополе, покушайте. Есть маме, можно? Папе. Вот маме, папе. Так. Ольга, отчисти. А ну, клубника она есть. Она чуть-чуть такая. То есть не водянистая? Нет, нет, она такая. Так, мама. Не магазинная. Мама Ира, что скажет? Но она с грядки, у нее другой вкус. Да, абсолютно. Не магазинная, как будто как настоящая. Так, так она и есть настоящая. Дачная. Дачная. А вы думали, в Америке все фиксы. Молодой человек нам сорвал листочек мяты. Пахнет потрясающе. Если ты его пальцами потрешь немножко и потом понюхаешь, будет очень хорошо пахнуть. Попробуй. А так пахнет? Угу. Вот. Вот она, эта мята тут растет. Видишь, какой вкус. Хорошо, да, да. Мы тут по полю этому ходим, но ничего такого нет, кроме зеленого лука, так и взять нечего. Мы, друзья, нашли полезный продукт, редиску. Давай. Вытаскивай, Демушка. Демьян, тащи редиску. Давай. Ой, не получается. Ну давай, как колючая. Как давай. Же не получается? Вот давай, так, тащи ее за хвост. Колючая? Она колючая? Давай, смотри, знаешь, как сделаем? Вот так вот. Если колючая, берешь рукав. Так. И рукавом ее цепляй. Вот так вот, вот. Рукавом. Народно-хозяйственная. Оп. Опа. Все. Друзья, вот. Редисочка-то неплохая. Пойдем ее помоем и схрумтим. Заменили первую редиску вот на эту, потому что она оказалась подъедена каким-то червячком, жучком. И вот мы нашли маленькую. Дема сам увидел. И вот мы пойдем ее попробуем. Помоем редисочку. Так. И попробуем ее. Дема не уверен, ест ли он редиску. Дема, иди попробуй хотя бы. Да, просто, грядочки. Да, укуси. Потому что... То, что ты съешь без грядочки, да. Не будет смотри, таким свежим. Попробуй просто. Просто попробуй. Укуси кусочек. Ну давай тебя папа пусть пробует, раз такое дело. Она должна быть сладкая. Отлично, Демьяш. Классно. Попробуй, супер. Не хочешь? А я с удовольствием. Хорошая, правда? Да, отлично. Когда из грядочки, когда после дождей она должна быть сочная. Там надо сказать, что редиска очень крупная, да. Вот там на грядке сидела, и потресканная вся. А Демьян увидел маленькую, аккуратненькую, хорошенькую. Да. Вот, друзья, да, такой да. Лучок, чесночок. С виду лучок. Помоложе а, такие. Вкус у него чесночка. Понюхайте. Есть чесночок? Надо. На срезе. Ну, такой лукочесночный. Лукочесночный, такой. Да. Он очень вкусненький такой. Да. Вот сейчас, не знаю, там мыть его надо или нет. Сейчас, по-моему. В принципе, можем пойти помыть и тоже попробовать. Какие посвежее. Да. А вот их тут много растет. Можно прийти, надрать. Но сейчас не сезон, никто не дерет. А так вообще, обычно их тут много. Так, мы сейчас этот чай, лук и чеснок, значит, полоснем. И так, дайте мне тоже кусочек маленький, я буду. Так. Так. О, не, ну чуть-чуть, все, держите. Оп, я себе отломил, вот так. Папа! Какое впечатление? Ну вот, салатиков классно. Ну, да. Так. Ну, все-таки чуть больше лучка, чем чесночка. Хотя после вкуса такое... Ну, запашок такой есть чесночный, да, я согласен. Я его называю чесночком, но вообще это, конечно, не... Тут правильно, товарищ поправил правильно, что он, конечно, не чесночок. Там. Калифорнию воду мы бережем.